Это будет уже очень скоро. И окончится жизнь Минор. На святых небесных просторах запоет ликующий хор. Сам Спаситель, жених небесный, после скорби ненастных дней в мир придет за своею невестой. Он стоит уже у ворот. Сонмы ангелов, песнь ликования, там споют у врат золотых. И Христова церковь в страданиях сменит вечная радость святых. Двери чудного града откроет для невесты небесный жених и введет ее в царство покоя после многих скорбей земных. Наша жизнь пролетит мгновенно, все пройдет, словно дым наверху, но надежда в нас неизменна на блаженную встречу ту. И пусть мир догорает, как свечи, и в пути нелегко нам стоять, но счастливой, желанной встречи уж недолго осталось нам ждать. Слава Богу! Аминь!